Стингер, 27 колеса, элемент. Типичная история, кассета, задняя звездочка, точнее трещотка, сломала ось, перекосила колесо, переключатель залетел в спицы, сломала две спицы, сломала петух, загнула переклюк конкретно, и, соответственно, это все надо менять. То есть перебрали заднюю втулку, поставили теперь ось под гайки, чтобы было попрочнее, потому что едет мужчина, объясним, что прыгать нельзя, но все равно, как бы, такие велосипеды под трещотку, они ненадежные, потому что подшипники в заднем колесе расположены неравномерно. Поменяли, соответственно, заднюю звездочку, цепь, штаны передние в нормальном состоянии, передний переключатель работает отлично. Дальше настроили колодки, задний ротор поправить идеально не смогли, раздвинули колодки пошире. То есть, в принципе, все работает, но ход ручки достаточно большой. У переднего тормоза ход ручки очень хороший, прям идеально все настроили. Вот, то есть вот такая вот история. Следите за тем, чтобы у вас колесо заднее не болталось, потому что оно постепенно разбалывается, ось сгибается. И колесо может встать в перекос, и переключатель на самой большой звезде сзади может спицы залететь. В целом все поправили, все помыли. То есть вот здесь вот видно, сколько было смазки, грязи на передней звезде. Менять ее не стали. Задний переключатель был тоже, соответственно, как комок грязи. Все это отмывали, мыли ротор. Все настраивали, выравнивали заднее колесо. По деньгам вот это вот все. То есть переборка заднего колеса. А, еще переднюю втулку. Переборка передней втулки. Она хрустела очень сильно. Переборка задней втулки. Замена цепи, замена задних звезд. Мойка переключателя, замена роликов, замена петуха, плюс петух немножко пришлось подточить под раму, потому что, видите, он немножко не походит по форме. Правка роторов, настройка обоих тормозов, настройка переключателя, все это вместе вышло меньше 5 по цене, но из них по работе меньше 2, все остальное запчасти. Такой вот ремонт. 2 дня ушло на то, чтобы все это отмыть, почистить и настроить, и колесо поправить.